Товароведческая, автотовароведческая, компьютерно-техническая, лингвистическая, экспертиза радиоэлектронных устройств. За 6 месяцев текущего года специалистами области проведено более 1100 технических видов экспертиз. Динамика этого роста связана с повышенной востребованностью правоохранительных органов, судов, а также граждан и юридических лиц в результатах проведения технических экспертиз. Так, к примеру, увеличение товароведческих экспертиз произошло более чем на 80%. Предвидя эту ситуацию, руководством Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области своевременно и заблаговременно приняты меры для организации проведения товароведческих экспертиз в Барановичском межрайонном отделе. К слову сказать, там уже подготовлены, обучены и приступили к проведению исследований судебные эксперты. Экспертами также отмечается повышенная заинтересованность граждан в проведении строительно-технических экспертиз. Одна из причин – спорные отношения между родственниками при совместном пользовании жилыми помещениями, домами и земельными участками. В рамках строительно-технической экспертизы могут быть разработаны варианты определения раздела жилых домов, а также земельных участков. Следует отметить, что мнение заинтересованных сторон, если оно не противоречит законодательству, всегда учитывается экспертом при подготовке заключения. Строительно-техническая экспертиза – процесс довольно трудоемкий, говорят специалисты. Для ее проведения необходимо судебное постановление, технический паспорт объекта, дополнительные замеры экспертов и составление итогового плана пользования объектом. Схема проведения такого вида экспертиз стандартна, но жизненные обстоятельства граждан, решившихся на такую услугу, всегда разные. Если взять на этом конкретном примере, у нас есть 4 собственника, им принадлежат отдельные квартиры и, соответственно, доля в праве земельного участка. Так случается, что иногда по жизненным каким-то причинам люди вынуждены продать свое недвижимое имущество, ну и, соответственно, сменить место жительства. Также и в данной ситуации. Один из собственников решил продать свою квартиру и, соответственно, долю в праве на земельный участок. В данной ситуации уже при смене пользователя у нового собственника квартиры возникли некоторые разногласия с гражданами, которые проживают в соседних квартирах. Это, в частности, были затронуты права, касающиеся права его пользования земельным участком. Он не понимал, где ему ходить, где ему поставить машину, где его ребенок должен гулять. В данном случае эксперты помогли заявителю ответить на все эти вопросы, а для наглядности обозначили на плане те места на участке, которыми гражданин вправе пользоваться. Прогнозируя дальнейший рост, Управлением Государственного комитета судебных экспертиз принимаются дополнительные меры по укреплению материально-технической базы, укреплению экспертного состава для проведения технических видов экспертиз. Будет расширен перечень решаемых вопросов, а также круг исследуемых объектов по техническим экспертизам. Сотрудники Комитета судебных экспертиз по Брестской области уже подготовились к дальнейшему увеличению количества всех видов технических экспертиз.